Дорогие мои везунчики, рада приветствовать вас на канале Дали Мастерс. Я сейчас на море, у меня связался красивый топ. И я хочу сегодня вам рассказать о нем, рассказать о мастер-классе по этому топу. Вязала я его из хлопка, белоснежного оттенка. Очень он мне нравится, так как прекрасно комбинируется с любой летней одеждой. Я вам расскажу, как связать его в формате туники. Можете вязать более длинным, у меня скорее кроп-топ. Хотелось подчеркнуть немножко загар, естественно, белоснежный цвет, поэтому мне не нужен был длинный топ, я хотела вот такой коротенький. Топ вяжется совсем непросто, он не для начинающих. Все фишки здесь в отделке, в бретелях, как вы видите, здесь с лицевой гладью, здесь вот так изнаночный переход в бретели, но повозиться стоит, потому что модель выглядит очень-очень профессионально. Так, вязала я из хлопка гавайи. Огромный выбор самого разного хлопка, конечно, вы найдете в нашем магазине Natali Masters Store. Проходите на сайт, и вы поразитесь. У нас самый большой выбор и любые спицы-аксессуары. Так, здесь классическая толщина 120 метров в 50 граммах. Выбирайте любые оттенки и любые виды хлопка, какого только нет. Но у меня классика. Этот хлопок слабо скручен, абсолютно матовый. Этот топ очень здорово будет комбинироваться с разными юбками, шортами. Можно на его основе вязать тунику, красивый узор. В общем, не знаю, я в восторге от этого топа. Он абсолютно непрозрачный, можно носить без белья. Можно на белье, например, без бретелек или с декоративными бретельками, либо на купальник, но топ не просвечивает, очень плотно связан. Здесь такой красивый узор, практичность, в жару то, что нужно, бретели. И у меня ушло всего 200 грамм замечательной пряжи, вязала я спицами номер 3. Мне понадобились круговые спицы номер 3 и новый набор с вращающими лесками от NetPro весенний. Я перешла на чулочные, снова на круговые спицы при вывязывании бретелей, с которыми стоит повозиться, но это того стоит. Здесь у нас тоже прибавки-убавки. В общем, топик вот такой. А у меня в магазине много уже накопилось мастер-классов в видеоформате, платный. Этот мастер-класс будет совсем недорогой, но платный. Вы получаете ссылку на мой видео-мастер-класс, приобретая его. По размерам в описании к видео мастер-классу и в самом мастер-классе я буду рассказывать, как связать такой топ не только на 46 размер, у меня 46, так и на 44 и 48-50. Узор трикотажный, поэтому у кого большая грудь, этот вариант тоже подойдет. Вырез не очень глубокий, но смотрится эффектно. Узор тоже вам пригодится. Вяжите вместе со мной мою летнюю коллекцию. В курсе по вязанию крючком я, кстати, привезла сюда и топ из шелка, и свою жилеточку. Буду вам устраивать фотосессии. И будет у меня целая летняя коллекция здесь в Турции собираться. Будет она вся вот в таких тонах. Голубо-синих, терракотово-коричневых и белых, и бежевых. Такие планы у меня. Все ссылки на пряжу, на отдел с распродажей, в котором до 70% скидки, случаются разные новинки. Вся информация будет в инфобоксе. И также повторю в первом комментарии, прикреплю про пряжу гавайи, про инструменты, про акции, про скидки, про наш магазин. Еще раз приглашаю вас в раздел мастер-классы. Тоже там много всего интересного летнего для вас. Ну, а я отправляюсь на море. Мне нужно посниматься, пофотографироваться в этом топе, чтобы вы увидели, как он чудесно сидит. Посадка по фигуре оптимальная, так как узор трикотажный. И сами красивые листья, и основной узор этого топа. Целую вас, обнимаю. Увидимся в следующих мастер-классах. Пишите мне, вяжете ли вы со мной котик, он получается очень большой, из пряжи сапфирлюкс, из вискозы. Жду от вас комментариев, понравился ли вам этот топ, кроп-топ в моем
исполнении, а можно связать целое платье длинное, будет красиво, с такой стройнящей полосой и вот с такой же каймой. Хлопок не тонкий, то, что и нужно для этой модели. Красота, скоро лето и белоснежный цвет, подчеркивающий загар. Целую вас, обнимаю, жду в магазине Натали Мастерс на нашем сайте. Все, пока-пока, до следующих видео.